такой. Откосики. И подвесить жалюзи. Вот. Вот такие вот жалюзинки. Вот. Вот такое вот окошко. Пластиковое. Все вроде бы в порядке. Помещение такое, технологическое. Особо тут не нужно никаких заморочек. Все предельно просто. За часик сделали вот такой вот откосик. Привет, вы находитесь на канале «Жизнь с нуля». С вами, как всегда, автор и ведущий канал Вячеслав. Не дали мне сегодня постримить. Прервали меня в моем уединенном месте. И я так и не сказал, что я хотел сказать. О том, что революция начинается в умах людей. Вот что, если люди хотят против кого-то восстать, то прежде всего приходится восставать против самого себя, если ты честен. Мы, в общем-то, кто бы из нас не был, попав в зону власти, мы будем поступать так же, как и те, кто сейчас находится у власти. Ну и самый важный момент, я в стриме это немножко сказал, который удалил стрим, что измышления эти я черпаю из ваших комментариев. И сейчас очень активно еще обсуждается мой ролик по поводу мусора. Старый очень ролик. И вот об этом я не успел сказать на коротком стриме. Меня спрашивают некоторые подписчики, а вот что ты думаешь на тему мусора? Ну, по поводу единого оператора и вообще решения, попытки решения этой проблемы в России. Ну, у меня самые негативные мысли на эту тему. Я их вкратце озвучу, не буду в красках это делать. Я считаю, что все попытки каким-то образом решить так, как сейчас собираются это решить, введя единого оператора, ну, это пока больше похоже на распиливание опять очередных каких-то бюджетных денег. Ну и свойственной мне манере, значит, осуждая, предлагай, критикуя, предлагай, какое же я решение вижу в решении мусорной, ну, именно в, для, какое же я решение проблемы в мусорной вижу лично, что бы я предложил. Я считаю, что самая идеальная форма решения мусорной проблемы — это когда государство просто сядет, посчитает, сколько стоит вторсырье пластика, там, металла, банок, бумаги, и просто напросто по всей стране, кроме еще до открытия мусороперерабатывающих заводов, просто начнет скупать мусор у населения. Уже фасован. То есть пластик, стекло, бутылки. Вот, просто начнет за это платить. Хоть какую-то копеечку. Небольшую, но там, не знаю, рубль бутылка. Вот. И я думаю, что 50, а то гляди, 80% некоторых проблем в регионах с мусором будет просто решено само собой. Почему? Потому что количество бедных людей на территории Российской Федерации уже настолько большое, что, я думаю, огромная масса людей начнет собирать стекло, начнет собирать пластик, приносить на пункты сдачи, и государству или муниципалитету останется только решать вопрос дальше, то ли перепродать этот мусор тем же японцам, как это делают за рубежом, китайцам, например, китайцы активно перерабатывают мусор, или пока, значит, строить мусороперерабатывающие заводы, может быть, даже на те деньги, которые будут извлечены из перепродажи самого мусора. Вот, потому что технологий много. В той же самой Европе большое количество мусороперерабатывающих заводов. Вот это было бы решение самое такое нормальное. То есть, когда государство именно взяло бы на себя ответственность за прием мусора, а население собрало мусор самостоятельно. Вот тогда бы это было решено. А так, все это, в общем-то, похоже на то, что было всегда. Есть бюджетные деньги, их надо освоить, распилить, разворовать. Вот. Кто там виноват, я не знаю. Из нашего руководства, кого назначат крайним, кого осудит народ. Но пока все похоже на очередной распил, как это бывает все в нашей стране. Вот такое мое мнение по поводу мусора. Что с ним делать?
и как его собрать и как его переработать. Я думаю, что масштабы именно замусоренности наших российских просторов такова, что если все это мы просто хотя бы соберем и сдадим, вот, государство это оплатит, оно может это оплатить, это не очень дорого будет стоить, вот, и просто продадим уже в те страны, в которых, в общем-то, уже есть опыт переработки, то на эти деньги, я думаю, мы уже сможем спокойно существовать и ставить мусорные заводы, уже строить их. Вот. Вот такое мое мнение. Всем пока. Спасибо за ваше внимание. До свидания.